Господа, всем здорово! Проведем аукцион, в котором каждый из вас может поучаствовать и забрать тот или иной вид товара, который будет представлен как лот. Лот номер первый, к примеру, вот эта чаша. Красивая, интересная тарелка. Значит, объясняю. В комментариях у нас будут разделы. Чаша, круглая тарелка. Что? Я сказал чаша, идиот. Тарелка, тарелище, вот так она должна ставиться для красоты, это настоящая египетская тарелка. В комментариях будет под первым лотом эта тарелка, под вторым то-то. Поэтому объясняю, в комментариях в разделе будет указана начальная цена данной тарелки. И наша близ цена наша потому что мы хотим эту цену поиметь. Мы в этом году настолько хотим бабла, прям много. Сука. Поняли, о чем я говорю? Поэтому работаем. Начали. Тарелка охренительной красоты. Вы просто вот видите, ее хоть даже вверх ногами ставишь. Сука, она и так красиво смотрится. И так красиво смотрится. По-настоящему перелив. Я вам сразу скажу, почему так. Потому что я с двумя руками. И в кадре могу вам за... ценить, какой же размер в диагонали. Ля, 26 сантиметров. Это все может быть вашим. Вы взяли и приобрели. Начальная цена, друзья, тарелки всего лишь 50 рублей. Глядите эту сторону. Я вам покажу, потому что у нас новая камера. Мы же стараемся для того, чтобы вы мелкие детали могли лицезреть. Идем далее. Вот такой вот интересный молочник. Золото. Все шлепка. Ты ж понял? Вот так вот взяли, мазал там какой-то художник. Тут, там, здесь сделал. Ну и наваял. Гляди, на черном фоне красивый молочник. Если вам он нужен, дулево. По-настоящему настоящее клеймо. Если вам это надо, пожалуйста, рублей 30. И он будет ваш. Близцену мы будем указывать непосредственно в самих комментариях, в разделе. Поняли? Если где-то я пропустил скол, вы подскажите. Вроде скола нет. Здесь все чисто. О чем я? О том, что я каждый сантиметр все-таки вам покажу. Мало ли. Сейчас опять не так. Ты крутишь очень быстро. Иди в жопу. Уяснили, да? Идем далее. Ваза. Маленькая вазочка. Вплоть до того, что ей даже нет 5 сантиметров. Гляди, вот так. Раз. А не, 6 есть. 6 сантиметров. Дуло небольшое. Все внутри такое родное, красивое снаружи. Вы можете, конечно, ее приобрести за 20 рублей. Для начальной цены это ее цена. А вот какая же будет близ-цена? А какая она будет, если она уже... Нет, это не скол. Это такое литье. Похабное. В бухом состоянии какой-то заливал и сделал дичь. Такое, знаете. На дне можно заметить такое, как щербинка. Ну, то такое, господа. Оно вас не должно отвлекать от занимаемой должности. Работаем далее. Это брошь. Да, да, брошь. Гляньте, как переливается. Все в золоте. Все максимально гламурно. Здесь немножко оттопыривается. Но то никто не будет видеть, благодаря вашей необычайной красоте внешнего вида. Вы брошь для чего одеваете? Чтобы прикрыть дырку. Поняли? Поэтому сами думайте. Такое вот ненавязчивое. И мне как бы как кажется, будто бы такое... под золото по-настоящему сделано. Ну, 20 рублей и брошечка ваша. Она очень маленькая. В размере около 2,3 сантиметра. И так где-то 1,5 сантиметра. Поняли? Ваша, короче, брошка ушла. Идем далее. Братки, часы. И, кстати, они действительно работают. Я их вот так беру, завожу. Завел там, например. И, по-моему, они работают неделю. Могу ошибаться. Может быть, даже 2 дня. Но они работают. А что я завел только что? Я завел часы.
а надо будильник. О, ах ты дрянь. Заткнись. Короче так, они работают, полноценно проверил, да, внешне чуть-чуть грязненько, там подтерли, там затерли, сюда, туда, сюда, сами занимайтесь ими. 50 рублей начальная цена. Шикарная цена для таких, как вы, которые мы всегда идем навстречу в прошлом году, в позапрошлом, и в этом году будем идти также навстречу, невзирая на то, что вы нас, сука, ненавидите, твари. Идем далее. Вот это вот. Это настоящая рыба, это пиранья, это по-настоящему настоящая подделка, сделана каким-то Василем, поэтому для вас, чисто вот для рыбака, любителя, я такой поставлю себе на замызганный, грязный, прокуренный сервант, себе такую охренительную подделку. Попробуй, цена будет достаточно велика. Но имейте в виду, вы играетесь. Может быть, мы снизойдем, и близ цена не будет близ ценой. А может быть, меньше будет. Все зависит от того, насколько вы наиграетесь. Понимаете, о чем я? Вот так вот. Никем не подписано, поэтому ценности никакой не имеет. Не стоит, сука, рвать когти и ставить высокие цены. Далее. А что я сказал цену начальную? Пусть будет 50 рублей. Вот такая вот необычайной красоты кобальтовая кружка. Она большая, да, она новая, и не спорю, со всех сторон ничего не слизано. Гляжу здесь вот, как заводская срань, вроде как крутнула его где-то, и он такой раз, и немножко неправильно сделал заворот. Здесь какой-то вот как мини-брак, что ли. А нет, это все-таки подхлебальник, вы же пьете вот с этой стороны, для зубов, у кого их нет, чтобы вот так вот сцепляться губами и пить. Хера, бля, кружка огромная, я вам ее даже замеряю, мне что, впадло? Нет, все же для вас, 12 сантиметров, она в высоту, диаметр дышла, вы можете с двух сторон даже пить одной кружкой, бля, 11,5, здоровая кружка где-то около пол-литра, я вам ее вот так забирайте, рублей 30. Пусть будет. Зачем она мне? Мне с нее не пить. Сколов, трещин я не вижу. Поэтому все это для вас. Я вот так думаю. Если вы сопливые, пожалуйста. Вот такой вот новый абсолютно советского образца. Носовой платок. Мужской. Я вам его разверну и покажу, что в нем есть бирка. Бирка дает вам возможность понять, что он, сука, новый. 78-й год. Полноценный настоящий платок. Он огромный, где-то 40 на 40. А что мы можем глянуть? Давайте глянем. 43 на 43, хули. Глаз алмаз. Хёперный балет. Короче так, братки. Аукцион этот продлится, я вам напомню, до 2 числа, до 19.00. В 19.00 мы должны проставить все ставочки. Мы должны, я сказал, мы обязаны все проставить ставки. Кто что хочет, кто что берет. 20 рублей платок. И будем завершать. По первое число начали, второго закончим. Вот такая вот дивная красоты кружка. Чашка, ладно, чашка. Жрите. Made in China. Но сделано очень красиво. Начальная цена будет 50 рублей. А вот какая будет близ цена, это уже я подумаю на ваше усмотрение. Гляньте. Все новое. Все без сколов, без трещин. И по-настоящему дерзкое. Такое, знаете, прямо как ковер какой-то. Прям красиво. Ну красиво, сука, смотрится. И тут так грани, гляньте, раз. И все красиво максимально. Девочки, 9 лотов, 9 минут. Подписывайтесь, чтобы ни хрена не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Кто не знает, где мы находимся, объясняю. Город Луганск, Ленина 130, с 10 до 14, понедельник, выходной. Всем удачи, до скорого!